студии «Правды-24» гость, который почти не оставил в своей биографии белых пятен. Наверное, самый скандальный актер Алексей Панин. Откровенно настолько, насколько это вообще возможно. Мы говорим о собаках, не пьяный-то особо был. Так чуть-чуть мы винца выпили. И не только о скандалах с собственным участием. Это все садились за руль пьяными. Ну, когда вы говорите «все», вы имеете в виду свое окружение, богему. «Правда-24». У меня дочка, когда это все читает, она смеется. Алексей Панин. Непризнанный гений. Смотрите в субботу в 18:30.